Всех приветствую, дорогие друзья, на своем игровом канале. Меня зовут Максим. Вы на канале Mavic Gamer. Играем в Ведьмак 2 Убийца Королей, расширенная версия. Последняя загрузочка. Играл я Кейрона, выиграл, победил Кейрона. Там я немного не озвучивал, вернее, совершенно не озвучивал. Без озвучки было. Значит, победил я Кейрона и забрал у него трофейчики. Слушайте, кстати, можно добавить. Трофей Кейрона, шкура, трофеи, трофеи. Но я сейчас, знаете, что хочу еще снять, какое сейчас видео? Трофейчик-то я вставлю туда. Броня плюс 3, здоровье плюс 50. Я хочу трофей, знаете, какой? Трофей тролля. Я смогу его победить сейчас или нет? Я думаю, смогу победить. Ходят слухи, что трофей тролля самый лучший в игре. Самый лучший. На начальном этапе игры мы его получаем в первой главе, а потом радуемся. Слушайте, ну здесь как-то темновато. И тролль находится в этом где-то месте. То есть мне сейчас вылезти, по тропинке как раз побегу и встретимся возле тролля. Да ты смердишь. Зачем вернулся? Я прекращу твои муки. Все, побежали. Сейчас будут кидаться какахами. Слушайте, ну тут окажется все проще, чем я думал. Так быстро я не ожидал, что я его так быстро смогу победить. Квен нормально сработал. Слушайте, а раньше я Арда, может быть, на Квен перейти. А взять шкура тролля, язык тролля, Орины. Взять все. Трофей тролль. Ну, собственно говоря, сейчас смотрим, что говорят об этом трофее, что он самый крутой. Урон 9 единиц. Ну, давайте попробую поставить его. Буду пробовать магическая вещь. Урон 9. Но чтобы его опробовать, это надо, может быть, даже с кем-нибудь найти какую-то сильную срань, с которой сложно было сражаться. Хотя уже более-менее прокачанный мой персонаж. Ну, знаете, урон существенно быстрее происходит. Намного быстрее, офигеть. Я просто рады, что я добыл этот трофей.